утро на Енисее. Доброе утро! Как вы думаете, что можно сделать из лампочки, старой доски, каната и ветки дикого винограда? Конечно, замечательный эко-светильник! Для начала нам необходимо вот эту доску покрасить. Цвет мы выбрали очень интересный, беленый дуб. Мы закончили, теперь нам необходимо эту доску высушить. Ну, вроде бы все. Все, замечательно. Сейчас мы с тобой ее пошкурим. Чтобы что? Чтобы придать более состаренный вид. Ну что, теперь уже можно прикреплять корягу? Конечно, наш. Все готово. Чем будем пользоваться? Нам нужно будет 2 самореза по дереву. И шуруповер. Ой, а можно мне попробовать? Давай. Поставите мне гвоздик, я еще такой ученик. Ученик мой. Давай. Теперь нам, наверное, каким-то хитрым образом нужно прикрепить сюда канат. Да. У нас есть вот такой канат. У него интересная середина. Мы ее вытаскиваем и туда будем вставлять провод, чтобы подключить электрику. Обматываем канат вокруг ветки и готово. Смотрите, какой классный у нас получился эко-светильник. Дали вторую жизнь старой доске, ветке и канату Наталья Голубицкая, Софья Лупинина и Константин Фролов.